Студент техникума промышленных технологий Александр Макаров сосредоточенно создает проект ворот гаража с электрическим механизмом. Это одно из заданий экзамена нового формата. Саша после 9 класса недолго решал, куда пойти учиться. Он точно знает, электрики с развитием технологий будут долго востребованы. Решил выбрать именно этот специальность, потому что она всегда востребована. И, в принципе, если ты понимаешь физики, то разберешься и в профессии. Больше всего нравилось то, что не только теоретическая часть, очень много практической части у нас было. Работа в мастерских. Не сидели постоянно за партами. Студенты профессиональных училищ впервые сдают экзамен по стандартам WorldSkills Россия. Электромонтажеры не просто защищают свою дипломную работу, они на практике показывают умения, которыми овладели за 4 года. Демонстрационный экзамен позволяет воочию увидеть те профессиональные навыки, которые студент получил в течение 4 лет в техникуме. Это процедура монтажа самого электрооборудования, его пуск и наладка, поиск неисправностей и коммутация. В экзаменационной комиссии эксперты, которые прошли специальное обучение. В основном это будущие работодатели выпускников. Они сразу примечают ребят, которых пригласят в свои коллективы. Для них паспорт компетенций, которые получают студенты за успешную сдачу экзамена, это гарантия профессиональности, а для выпускников – широкие возможности. Ребята получают определенную возможность профессиональной мобильности. Со своим skills-паспортом это есть некое предъявление того, что действительно этот специалист может быть принят в любом месте на территории страны, и всем понятно, какими компетенциями он обладает. В этом году по стандартам WorldSkills экзамен сдают 320 выпускников по 7 компетенциям. Но с каждым годом профессий будет все больше. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.